Разные по форме, цвету и оформлению. Зато в чем не откажешь, так это фантазии. Вот уже 20 лет она бьет через край. Школьный конкурс вместо елки букет становится все креативнее. Собранные практически из веток, которые были обрублены в результате осенней обрезки растений. Посмотрите, как она необыкновенно хорошо смотрится. И самое главное, в маленькой квартире она займет мало места. Здесь главное не навредить природе. А потому в экологический центр «Экосфера» какие елки только не привозят. Из пряников, макаронов, карандашей. Уже почти 300 работ, а елки все везут и везут. В этом конкурсе участвуют практически все дома творчества и школы. Мы рукодельная школа, мы так любим этим всем заниматься. И с первого класса по 11 мы все придумывали идеи. Елка из мобильных, в пуховике денежное дерево. Полет фантазии школьников перекинулся и на символ года. Вот и попробуй оцени всю эту красоту. Хотя за столько лет проведения конкурса чего судьи только не видели. Из рапира, из золотой, все было. Но, несмотря на это, оценивать все же придется. Причем сразу в трех номинациях. Креативная елка, символ года и новогодний букет. Правда, вместо букетов школьники порой создают целые композиции. Вот они практически всегда соответствуют судейским критериям. Необычность – это раз. Во-вторых, материал, который используется для изготовления. Победители назовут уже на следующей неделе. После этого все творческие работы вернутся в школы, чтобы стать главным украшением в череде новогодних утренников. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, ТВК «Новости».